Рассмотрим разницу между лодками Riviera 2900 и Riviera 3200 надувное дно компакт. На переднем плане 2900, на заднем 3200. Как видно из названия, отличаются длиной либо 2,9 метра, либо 3,2 метра. Выровнял их по корме. И вы видите в носовой части разницу на 30 сантиметров. 320-я лодка, естественно, подлиннее. По всему остальному лодки абсолютно одинаковые. Комплектация та же самая. Два сидения 81 на 20 и там, и здесь. Размер, ширина кокпита одинаковая, отличается только длиной. Привальная лента в цвет баллонов, цвет лодки и там, и там. Брызговики на трансе стоят. Накладка пластиковая под мотор у той и у другой лодки. Ручка шкипера установлена и там, и там. То есть по фурнитуре лодки абсолютно идентичны. Леерный трос стоит в кормовой части здесь и здесь. И леерный трос в носовой части стоит здесь и здесь. Только у 320 3 шайбы, у 290 2 шайбы. Потому что длина лодки другая. Кольцо крепления бака в носовой части установлено и там, и там. Лодки абсолютно ничем не отличаются по комплектации, по фурнитуре. Разница только в длине 30 сантиметров. Диаметр баллона 42 сантиметра и там, и здесь. Усиление по днищу идет по килю. И у одной модели, и у другой. Разница только в длине и небольшая разница по весу, естественно.